И сейчас на сцене вожатые птицы, которые могут говорить с ребенком на всех языках. Встречается педагогический отряд факультета иностранных языков. Студенты, обладающие непревзойденным педагогическим талантом, были отправлены в лагерь с важной миссией – доказать, что профессия вожатого – самая лучшая в мире. Ну что, приехали? Где сантишка? Где прививка от клеща? Смотрите мне. Итак, первое задание сегодня – снять фильм, где вы покажете исключительную важность работы вожатого. Так, нам нужно выбрать оператора. Девушка, я вижу искорку в ваших глазах. Вы оператор. Поздравляю, получить камеру. И нам нужен Михалков. Кто будет Михалковым местного масштаба? Да, девушка, вы. Поздравляю вас. Именно вы. Сцена первая. Не ждали. Куда попал? Куда попал? Куда? Здесь детский смех не утихает. Беготня то там, то тут. С утра отряд поднять, построить, уже в столовой тебя ждут. Мероприятие готовить, то рисовать, то танцевать. И снова мне отряд устроить, ну дайте мне поотдыхать. И вот он час наш долгожданный, как уложить бы мне детей. Кругом летят подушки, перья, но ты ж вожатый, не робей. Ванёвка, вечер, ты вожатый, ты понимаешь это вновь. Когда начальство слышишь голос и застывает в жилах кровь. Картина вторая. Обучая, учимся. Сцена третья. Устами младенца. Восемь глаз за всем следить. Голова как компьютер, чтоб ничего не забыть. 10 рук, чтоб все суметь. 10 ног, чтоб все успеть. Улыбкой вожатый легко всех согреет. Радость всем детям дарить он умеет. Своими руками отряд весь обнимет, и настроение всем он поднимет. Сцена четвертая. Разлучная. Обучаясь летать, сам не раз упадешь. Крылья тоже бывают тяжелые ноши. Только ближе своих ты детей не найдешь. Все им отдано, все до последней искрош. Но приходит пора, и птенцы из гнезда улетают. И странно желать, чтобы остались.
сделал все, что сумел. Твоя совесть чиста, терпеливый, заботливый друг, белый аист. Полагаясь на наш, пусть еще и совсем небольшой опыт, мы хотели бы сказать вам, что лагерь теперь навсегда останется в наших сердцах. Со своими законами и легендами, обычаями, традициями, распорядками дня, планерками и, конечно же, детьми. Мы не хотим сказать, что лагерь — это теперь наша жизнь. Нам лишь хотелось бы верить, что это то, чем могла бы быть жизнь. А выбор? Выбор всегда за вами. Засыпает зеркальный небосвод. Знаю, стала вожатой, я не зря. Хоть и тем у меня не стало. Каждый день дарит свое тепло. А в ответ души всех покинул класс. Слюбите сделать нелегко. Не смотрите, теперь порадуйтесь за нас. Наш фильм. И теперь мы хотим еще раз поблагодарить наших маленьких помощников. Вот так, друзья, если хотите поесть торт, пригласите детей для выступления.